Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня 13 сентября 2023 года, вечер, 8 часов вечера. Сын приехал с работы, привез кастрюлю. Пришла посылочка с Валберис, МСК, с Москвы. Быстро пришла, за одни сутки. Вчера утром заказывали, а сегодня уже к вечеру пришла. 2 литра кастрюли. Она считается как и кастрюля, как и ковш. Должна быть с крышечкой. Варить супчик. Потому что суп мало кто ест. А в больших кастрюлях потом приходится выбрасывать. Ну что, сейчас открою, посмотрим. Упаковано, конечно, очень хорошо. Свой толстый. Такая красивая крышечка. И вот такая кастрюлька чудесная с ковшиком. Ну, это вот как раз то, что мне и нужно. 2 литра. Такая красивенькая. Все то, что соответствует. Стоит она 800 рублей. Конечно, не дешево стоит. Но качество хорошее. Ничего не могу сказать плохого. Очень хорошая кастрюлька. Я довольна. Маки. И вот. Пластмассовая. Вот только единственное, что мне в этих кастрюльках не нравится, вот ручки горячие становятся, когда кушать готовишь. Приходится брать тряпочку. А так прекрасно. Я довольна. Но цена не из дешевых. Конечно, можно было бы подешевле. Но, увы, это самую такую нашли на 2 литра, более-менее подходящую. Заходите в гости, как всегда, буду рада. До свидания, до новых встреч. Пока товар с Валбереса меня устраивает. Как разочаруюсь, потом скажу.